Не уверен, что это была умная задумка, учитывая, что сейчас первое число, и, наверное, все учатся и работают. Супер много людей. Но в любом случае, вы это увидите позже, потому что я сохраню трансляцию, поэтому и ненадолго я просто зашел поделиться всем основным, что было эти 2 дня. Мы снимали, хотел сказать название, снимали, в общем, клип с Лерой совместный. Это очень много сил. Снимали у меня, немного разгромили квартиру, но все вернули на круги своя. В целом все прошло неплохо. Остается, ну, не то чтобы постпродакшн, еще нужно смонтировать, потом будет уже постпродакшн. И я скорее с вами сейчас разговариваю в будущем, потому что вы будете это вечером смотреть. Ну и вот эти люди, которые здесь, привет вам. Многие спрашивали у меня, что у меня случилось с головой несколько дней назад, ну то есть когда мы только начинали снимать позавчера. Если вы видели в Телеграме, я выкладывал фотографии стульев, которые я покрасил в черный, ну как у меня все в комнате сейчас перекрашено в черный из мебели. Из мебели у меня только, блядь, стол был, ну окей. И я их покрывал лаком, оставил на балконе на картонной поверхности для того, чтобы просто пол не заляпать. И когда, собственно, я пришел убирать все с балкона в день съемок, я не мог отодрать стулья от картона, от пола, просто потому что они присохли с помощью лака. И я рванул всем корпусом, из-за чего я головой ударился об угол окна, что окно просто подскочило вверх. Ну, я скорее больше испугался, чем мне было больно. И я просто вышел на кухню, придерживая голову, и зажмурился на какое-то время, после открыл глаза, потому что мне было очень мокро, у меня по локтям стекала кровь, и было очень много луж на полу. Блин, звучит как реально какой-то ужастик. И да, моя первая мысль была, какая скорая сейчас, доставка едет, люди ко мне едут, но еще моя мысль была, какая скорая, я живу за Минском, ко мне скорая приедет, я успею истечь кровью и сдохнуть. Я просто искренне надеялся, что там не очень много крови, и мне не нужно ничего зашивать. Но у меня высокий болевой порог, и даже если бы у меня все было очень стрёмно, я бы такой, ну, наверное, норм, потому что мне не так уж и больно. Но, тем не менее, крови вытекло прилично, я приложил полотенце в лед, и вроде как все в порядке. После ко мне приехали девушки, ребята, и они такие посмотрели, ну да, типа, все запеклось, все очень стрёмно, но как бы небольшая рана, чтобы очень сильно париться, мне ее обработали, и как бы сейчас я в порядке. Голова у меня не кружилась, не было ничего такого. Ну, как бы день прошел очень сложно, и я просто был выжат как лимон к концу дня. Но начало было не очень хорошим. Учитывая, что еще Илья, оператор, не смог взять свет, и мы справились со светом, который привезли друзья, на объектив, на который мы не ожидали снимать, потому что думали взять другой, взять более, ну, профессиональный. А взяли такой, какой был. Хотя, на мой взгляд, картинка ничего такая. Справились. За первый день сняли не очень много, потому что было много людей. Все пиздили, все ели кукурузу и все. Второй день, то есть вчера, все прошло даже очень неплохо. Ну, то есть мы успели многое, нас было пару человек. Мы пытались реализовать некоторые вещи, сделать их своеручно, собственноручно, потому что не могли найти это в готовом виде, и пришлось делать это, придумывать, как это можно сделать с помощью, ну, скажем так, бытовых предметов. И мы там что-то намешали, в первый день не получилось, во второй день тоже, но потом мы спонтанно придумали совсем другие решения, и это вышло неплохо. Ну, надеюсь, что вам понравится. Это такая работа, она будет самая сложная для восприятия. Хотя я еще не знаю. Мы же не снимали, так, ну, мы не все не знали, чтобы делать вывод, что это самое. Кстати, почему я сейчас не в университете, как многие мне говорят? Потому что магистратура у меня предполагает в себе учебу понедельник, вторник и среда.
четверг и пятницу я не учусь, а сейчас пятница, поэтому все, я дома. До понедельника я могу отдохнуть, хотя, да, это было сложное время, то есть с утра до вечера мы пахали. Сейчас я докурил, допроснулся, схожу с вами, посмотрю. Мне кто-то писал, что вышла у Соболева на канале «Школьники отвечают на вопросы» или что-то такое. Сейчас пойду посмотрю, что сказали эти Дэйл, иди ответь. Магнус, пойдем. Магнус. Секунду. Я знаю, что все на линейках или все в универах, вы мне об этом писали, но я нет. И пока у меня, ну, я буду достаточно занят, поэтому если я сейчас здесь, я могу быть здесь. Так. Мне кажется, что в таком состоянии я не очень смогу отвечать на что-то там. Но я отвечу, потому что мне это интересно. Как Владимир Музеевич? Школьники отвечают за эту неделю. Поставлю в инструментах, потому что я не подписана на Соболева, лень залезать к нему. А, это не Соболев, это АД5. И то бери, школьники отвечают, либо про другое говорили, я не знаю. Короче, посмотрим. Ну, извините мне мою прическу, или можете не извинять. Ютуберы, школьники отвечают на школьные вопросы. В прошлой битве ютуберов против школьников победили ютуберы. Посмотрим, кто же будет победителем в этой схватке. Так как количество участников в командах разное, мы будем подсчитывать средний балл каждой команды. Let's go! Чему равняется 3 в кубе? 3 в кубе. Супер. 3 на 3 на 3. 27. 3 в кубе. 9. 3 в кубе равняется 81. 3 в кубе, 3 умножить на 3, 3 раза, 81. 27. Ты уже испугался, что я что-то... 27. 3 в кубе равно 27. Какой газ поглощают растения из атмосферы для фотосинтеза? Углекислый. Для фотосинтеза кислород. Кислород. Они вырабатывают. Углекислый. СО2. Как называется наружный слой кожи? Эпидермис. Эпидермис. Все знают, мне кажется. Эпидермис. 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 Где был изобретен порох? Я это знаю, потому что я китаист, но не потому, что я в школе это изучал. Нам на китайском это рассказывали. Соболев бомбит, я уже отвечал. Короче, порох был изобретен в Китае. Но я это знаю не потому, что мне в школе это когда-то рассказывали, потому что я это в университете изучал на 5-м курсе. Возможно, в Англии? Америка? Не знаю. В Китае? Как это все, наверное? В Китае. В Китае? В Китае. Китай. Чему равен синус 90 градусов? Честно. Я уже не помню все эти формулы, но, наверное, одному, потому что там 1, 0, все в основном косинусы, синусы. Все 60. Нет, мне не говорили о Соболев бомбит, потому что Соболев бомбит я уже отвечал. Одна вторая в этом. Не знаю. Мне Наски написали, иди ответь. Ну, я такой, да, окей, мне же интересно. Не потому, что я всем вашим прихотям, потому что мне это интересно. Назовите все цвета флага Республики Беларусь.
Красный, зеленый и белый орнамент с красным. А, Беларусь. А, красный, зеленый, белый. Да ладно, серьезно? Нифига себе, просто так. Красный, зеленый, белый. Ну, хоть все знают, вау. И все, по-моему. Белый, красный. Вырезали. Он еще назвал какой-то цвет. Белый, красный, зеленый. Белый. Мне кажется, я просыпаюсь. Красный, зеленый, белый. Красный, зеленый и белый. Там переплетение. Белый, красный, зеленый. Зеленый, красный, белый. Ну да, я знаю. Ильдар должен знать. Какое число обозначают римские цифры? Тут написано L. Ну, короче, если расшифровывать. LXXVI. L обозначает 50, значит, это 76. Я L не знаю. Я вообще не знал, что существует такая цифра L. Ух. 126. Здесь отвечают школьники и ютуберы. Некоторые отвечают неправильно, некоторые правильно. Очевидно, человек решил 9 умножить на что-нибудь. Я не знаю. 9 на 9, потому что он умножил 3 на 3, получилось 9. И он 9 умножил на 9, восприняв... А, и мне лень объяснять. 126. 1026. Может, 126? 126? 126, например. L – это, по-моему, 50. Ну, на самом деле... Насколько я помню, 10, в школе 5, не преподают, что 1, обозначают римские 10, цифры 10, больше 10. 76. Назовите наименьшее простое число. Два. Не факт. Ну, наверное, два. Там просто еще высшая математика что-то там говорила про ноль. Я не помню. Один. Похуй. Два. Вот три пускай будет. Один. Единица. Ноль. Один. Оно без остатка делится и на единицу, и на саму себя. На ноль делить нельзя. Два. Сколько костей в скелете взрослого человека? 206. Ты серьезно? И я это знаю не из-за школьной программы, а потому что... Ну, потому что моя память иногда восприимчива к очень многим вещам, и если где-то что-то мелькнуло, я это запомнил. В ленте где-то читал или где-то что-то биологическое читал, поэтому я знаю, что 206, но я не уверен, что это действительно так. 2054. Ну, давайте, например, 120. 270 где-то. Пальцем неба там, например, 101. Около 200. 200 где-то. От 205 до 207. Окей. Это типа если ребро, но... Отсутствует. Назовите самую большую планету Солнечной системы. Юпитер. Ты обожаешь Солнечную систему? Да. Да. Уран? Не знаю, Венера. Да. Юпитер. Юпитер. Юпитер какой-нибудь? Юпитер. Самая большая планета? Юпитер. Юпитер? Назовите жанр, в котором написан «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Комедия. Жанр? Драма. Ну, я думаю, что это трагикомедия. Драма. Случайно с ним бывает, не угадай. Комедия. Калибри — это единственная в мире птица, которая умеет... Калибри, ну окей, она очень маленькая, там что-то взмах крыла... Но я не знаю... Предполагает ли это, которая умеет... А, ну если перефразировать, типа летать наоборот, но в плане... Знаете, как китайцы ходят спиной назад для того, чтобы вернуть молодость? Ну и в принципе считается, что спортивное — это очень прогрессионно, что ли. В плане... Когда ты ходишь назад, ты, во-первых, развиваешь зрение боковое и прочее. И вот сейчас я не способен на все биологические термины и прочее. Но, в общем, я знаю, что калибри летает, ну, спиной назад, но я не уверен, что она единственная, кто летает так. Она поэтому, никогда не садится на землю. Может быть, самая большая скорость. Самое большое количество, ну, вот, да, тоже, как Эльдар. Как будто работает сердце. Такого сердцебиения нет ни одного желания. Нифта. Yes. Летать задом наперёд. Делать.
Окей, я был прав. По-моему, она летает назад. Летать назад, конечно, оформление, ну ладно. Переведите слово землеописание на древнегреческий. Земля, гео, описание, графос. А, география. Графос писать? Литография? Лет это. А, геометрия. Не знаю. Не знаю. Слушайте, ну это не совсем прям школьное, ну то есть да, это школьное, но у нас не было курса древнегреческого в университете, но просто я люблю этимологию, и поэтому я это знаю, но я не думаю, ну я уверен, что когда ребятам в школе дается определение, ну то есть география, и показано, что это там с древнегреческого берет корни гео и графос, но ну, не совсем прям школьное такое. География. Это я заступаюсь за людей, которые не знают этого. Как называется эта птица? Как называется? Селезень и утка. Селезень, утка. Не знаю, не разбираюсь, честно. Утка. Вот утка. В этом... Утка. Это как утка. Разновидность верхней одежды. Типа там худи, хуюди, вот так и с утками. Я не в курсе. Селезень, утка. Ну, наверное. Утка? Кряква. Так, окей, кряква. Я даже не слышал об этом. Кряква. Кряква. Ай, это разве не утка? В каком государстве вел свою политическую деятельность Мао Цзэдун? В Китае. На деньгах. На, ну, есть юани, а есть Мао. Это меньше, чем юань. Изображен он. И на юанях он тоже изображен. Хотя я не помню, я уже несколько лет не держал китайскую валюту, но нет, я... это просто если очень легко рассматривать, ну, типа, первые логические ассоциации Мао Цзэдун, ну, конечно, там мы очень много изучали по Мао Цзэдун, но, с другой стороны, на мой взгляд, это тоже не школьная программа. Корея. Это точно не школьная? Ну, где-то возле Америки, да? Какая-нибудь Куба, например, Китай? Молодцы. Ну, они просто логически, наверное, подумали, хотя Мао, ну, кот. Каким произведением прославился Джером Дэвид Селлинджер? Над пропастью во ржи. Давай скажу, не знаю. Начнем с того, что я первый раз слышу этого писателя. Я такого не знаю, вот честно, серьезно. Не знаю, нет. Не знаю вообще. Не знаю. Я даже его не знаю. Над пропастью во ржи? Да. Ну, спасибо. Я не читал. И с небольшим отрывом победила команда. Нет. Браво. Ну, не могу сказать, что вопросы были сложными, не могу сказать, что вопросы были легкими. Некоторые из них были не из школьной программы, и если это не то, о чем вы говорили мне на АСКе, то сообщите, потому что если действительно у Соболева что-то, ну, я просто листанул страницу по дате загрузки, и я здесь не вижу ничего нового, ну, то есть, чтобы Соболев было. Поэтому... Наверное, вы это имели в виду. Или я сам прочитал неправильно. В общем, что, поздравляю вас с 1 сентября, на самом деле. Хотя я не знаю, с чем поздравить. Ну, типа, с учебкой вас, да. Радостно очень, что лето кончилось, что вот снова... Ну, в принципе, учение — это круто. Если человек способен дальше учиться, на каком бы он этапе жизни ни был. Это здорово, потому что многие взрослые уже к этому не способны, и дело даже не в сензитивном периоде, а в желании. Вот, например, я уже не настолько хорошо приспособлен, приспособлен не то слово, но сами выберите глагол, что-то у меня сложно сейчас. Я устал, я поспал, но я устал и так далее. Просто, да, сензитивный период – это период, когда мы способны воспринимать и очень много тянуть в свой мозг информацию извне. То есть там аудиальный, визуальный, какой угодно. И что могу сказать? Я уже не так восприимчив. Мне уже почти все неинтересно. Ну, то есть я воспринимаю информацию только ту, которая мне интересна. Скорее всего, это связано с ленью, с осознанностью и с прочими психологическими параметрами. Но, тем не менее,
Я уже ответил на школьные вопросы, я уже выхожу, я эту трансляцию сохраню, надеюсь, Инстаграм ее сохранит, потому что кое-когда Инстаграм сам удаляет, точнее, не сохраняет, выдает ошибку, и все. Так что по поводу клипа, я очень надеюсь, что вам понравится. Мы все ближе к альбому, потому что это минус одна работа. Сейчас мы должны будем доснять еще небольшой отрывок в одном месте, и у нас будет еще минус одна работа. И будут минус вставки, художественные вставки в плане, которые будут между клипами, сплетениями, а также пролог и эпилог. Надеюсь, что вам понравится. Но, в принципе, я еще не так скоро это выкладываю, чтобы говорить. Надеюсь, вам понравится. В любом случае, я реально надеюсь. Так что все, ребят, всем пока, потому что мне нужно доубирать здесь. Ну, немножко разруха после вчера, позавчера. Постирать, все прочее и так далее. Еще раз желаю вам сил в этом году. Надеюсь, они у вас есть, вы отдохнули. Если нет, то, ну, как есть. А я пошел. Всем пока.